Никто не забыт и ничто не забыто. Горящая надпись на глыбе гранита, поблекшими листьями ветер играет, снегом холодным венки засыпает. Но словно огонь у подножья гвоздика, никто не забыт и ничто не забыто. 9 мая 1945 году закончилась война с нацистской Германией. Прошло уже 74 года, но мы не перестаем вспоминать героев нашей страны. И в нашем любимом городе таких было немало. Их именами названы улицы и бульвары Сергиева Посада, Федор Куликов, Иван Шляков, Борис Митькин, Василий Кузнецов. Ежегодно в этот день к памятнику приходят дети, чтобы почтить память погибших воинов. И мы тоже не остались в стороне и возложили цветы. Каждый год 9 мая по всей России проходит бессмертный полк. По главной улице города идут взрослые дети с фотографиями своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны. Мой прадедушка Голубев Алексей Лукич участвовал в обороне города Ленинграда. Воевал на самых опасных и трудных участках обороны, в том числе и на Невском пятачке. Каждый год я с портретом моего прадедушки хожу на бессмертный полк. После ранения и реабилитации мой прадедушка попал в Преображенский полк дальней авиации. Он участвовал в штурме города Кёнигсберга. Прадедушка был награжден медалью за оборону Ленинграда и медалью за боевые заслуги. Спасибо вам, отцы и деды, что не страшась шагали в бой. Спасибо тем, кто в день победы вернулся с тех полей домой. Спасибо, я скажу сегодня, и поклонюсь вам до земли. Спасибо вам, что для потомков свою Россию сберегли.